Самоизоляция у многих продолжается, и с наступлением лета хочется сотворить что-то полезное для себя и семьи. Например, вырастить какое-нибудь растение. Если вы любите зеленый лук, предлагаем вырастить его дома простым способом. Обрезаете края у обычной луковицы и сердцевину заглубляете в землю. Через пару дней на вашем подоконнике в обычном горшке появляются собственноручно взращенные витамины. Если с луком все получилось, переходите к более экзотичным растениям. Например, попробуйте вырастить ананас. У обычного магазинного ананаса срезаете верхушку, убираете нижние листья и ставите в воду. Как только проявятся корни, пересаживайте в горшок с землей. И необычный фрукт у вас дома. Также в домашних условиях можно вырастить мандарин и авокадо. Косточку мандарина закопайте в землю и ждите росток будущего цитруса. А вот с авокадо придется потерпеть. У него слишком крепкий орех, и корни могут проявиться только через месяц, а то и два. Но результат порадует вас, и вы поймете, что не зря так долго ждали. Красивое растение украсит вашу комнату.